вижу замечательного человека, удивительного, Илью Воронина, руководителя дома, хлебного дома СМИ Ворониных. А он приехал с живым хлебом, наверное, напек уже чего-то. Илья, крикни что-нибудь, что вы напекли, чтобы я со сцены об этом сказала. Делаем. Напекли? Печем. Печем. А в процессе на ваших глазах сейчас будет создаваться хлеб. Ну хоть чего-нибудь-то сделали? А то. Любовь вот эта вот к деланию чего-то съестного, она у меня как бы была вообще там с рождения, с детства там сам. Сначала это одно было, потом другое. Потом привело к хлебу. То есть хлебобулочные изделия там я выпекал там с 15-16 лет, как в училище начал учиться, так и выпекал. Через хлеб, традицию, я пришел к информации про моих предков. Они тоже были очень неразрывно связаны с этим делом. У них, оказывается, была мельница. Паровая и единственная в Арзамасском районе. И они делали муку для большого количества людей. В этом уезде Арзамасском. В Шатках она стояла. Была большая семья. Вот. Плюс они занимались выращиванием зерна. То есть они еще занимались зерном и мукой. Пшеничный. Пшеница, спельта, полба. Это ржано-пшеничный с семечкой, с луком. Хлеб дорого настоящий стоит. А мы привыкли за 20 рублей, да, покупать. Он вообще не заразный хлеб. Ребенок у меня батон не обожает. Батон и белый почему-то. Я еще пытаюсь его ржаной подсунуть. А у нас не спит из ржаного. Они в другом месте лежат. Нижний Новгород входит в ржаной пояс России. То есть здесь земля и климат именно пригоден для выращивания ржи. Рожь является как раз нашим русским злаком. Ну, какие-то народы, у них культуры хлеба вообще нету. И они спокойно живут там до старости. То есть их генам крови не надо, не нужен хлеб. А нашим нужен именно ржаной. Так вот, глобальная беда еще, помимо того, что поля заливают всякой химией, исчезание ржи с полей. Она просто уходит. Вот. Мы сейчас кушаем ржаной хлеб с хлебозаводов, а он не ржаной уже. Там ржи 30-40%. И об этом никто не задумывается, на этикетке не пишут. Пробовали? Будет бомба. Чувствую, что вот все-таки еще что-то хочется вам спеть. Очень вкусно. Вот. И следующая песня. Ну, живое, что, живое зерно, живая мука. На твоей ванушке найти. Так и люди приходят ко мне, глаза в пол. Ой, вы знаете, у нас что-то вот с пищеварением вот от вашего хлеба. Я в страхе говорю, что, говорю, плохо или хорошо? Они, да нет, хорошо. Я говорю, так. Ну, классно же, здорово. Да мы просто не ожидали, что от хлеба будет такой эффект. Я говорю, ну вот. Ну вот для этого важны несколько факторов. То есть мука должна быть грубого помола. Такой эффект на ржаную муку, не на белый хлеб, на ржаной хлеб. Грубый помол, рожь и присутствие ржаной закваски. Отсутствие сахара и муки белой. Само собой, отсутствие термофильных дрожжей. То есть хлеб начинает делать то, что мы организм
загрязняли, он нормализует кислотность, он pH меняет как бы в правильную сторону, пищеварение налаживается.